Какая-то неделя, и вот он, новый 2022 год. Сегодня к самому волшебному празднику готовится каждый район Самары. Даже самые отдаленные впервые новогодние огни зажглись на всеми любимой вертолетке. Впервые после комплексного благоустройства, как последний штрих подготовки города к Новому году, праздничными огоньками засияла вертолетная площадка. Ансамбль иллюминации, в том числе световых инсталляций, уникальный комплект, заказанный специально для этого живописного места. Напомним, вертолетка преобразилась этим летом в рамках программы «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области» и признана лучшим реализованным проектом общественного пространства в России площадью до 5 гектаров. Таким образом, Самара стала триумфатором 20-й Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2021. Новогоднее убранство настолько эффектное, что полностью соответствует статусу площадки. Здесь и шишки представлены, и звезды на специальных постаментах, разнообразная иллюминация и бахрома на беседках. По количеству иллюминации, если на квадратный метр взять, наверное, здесь самая большая концентрация, если, наверное, площадь Куйбышева не брать во внимание. Вот такая новогодняя иллюминация впервые здесь установлена. Чтобы собрать новогоднюю иллюминацию для вертолетной площадки, понадобилось участие всех бригад электромонтеров Красноглинского района муниципального предприятия «Самара-Горсвет». Монтаж длился более 2 недель. Выполнили большой объем работ. Сегодня полюбоваться украшенной рекреационной зоной может любой желающий. Включение и выключение композиции синхронно с обычным уличным освещением. Количество светодиодного декора в Самаре с каждым годом увеличивается. В этом году настроение горожан поднимает свыше 7 тысяч элементов иллюминаций. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.